Эх, красота, зима пришла. Так, всем привет. В общем, с вами Сергей. И я вам хочу показать немножко нашей зимы. Вот я выхожу из дома на работу. Вот такая у нас вот обстановка. И как я уже увидел, у нас намело очень много снежка. Вот такого красивого. Рядом у нас вот такая лесопосадка красивая. И все это очень дополняет к нашему кадру, да, к нашему видеокадру, который мы сейчас будем смотреть. Вот, сейчас в данный момент идет снег, я выхожу на дорогу, и вон моя машина, она вся в снегу, вон она стоит зелененькая возле желтенькой, да, кстати, это желтенькая, оранжевенькая, это машина одних людей из Польши. В общем, у нас такая улица заснеженная, красивая. Смотрите, вот с этой стороны. Обалденно. Вообще, ну красота. Вот наш домик, где мы живем. А мы будем сейчас переходить дорогу. Вот я перешел дорогу. Немножко у нас дует ветер в лицо, снег падает прямо на мой красивый смартфон, и он может от этого испортиться. И из-за этого я не буду делать большое видео, а просто-напросто мы пройдемся по вот этой красивой улице вниз, и я буду выключать. Ну а вы вместе со мной посмотрите, как красиво здесь в Германии зимой. Зима — это просто сказка. Зимняя Германия, да? В общем, это видео, наверное, будет называться «Зима в Германии». Кстати, вот в этом доме наши ребята работали. Сделали вот эти два этажа. Все красиво здесь. Новенькие ждут своих, как говорится, жителей, да? Вот. Ну, а у нас снег усиливается. Насчет холода не сказал бы, что холодно, где-то градуса 2-3 мороза, но все равно очень красиво. Ну ладненько, я буду выключаться. Вот посмотрите еще вот такую вот улицу, смотрите, как красиво. Кстати, вот с этого вот здесь вот я снимал пожар, помните, пожар в Германии, реальные события. Вот еще раз посмотрим, что творится вокруг меня. Вот такие дома, такие деревья красивые. Ну и погода с природой, да. И вот такая улица наверх. Все машины заметенные снегом. Привет. Кстати, о, русские. О, привет, пацаны. В общем, это мои знакомые, с которыми я только что шел. Да, но я их просто не показывал. Ну что, всем пока. Кому понравилась вот такая вот заснеженная Германия, ставьте лайки. Кому нет, не ставьте лайки. Всем пока.